Но сегодня мы отмечаем еще одну важную дату в нашей истории. Ровно 80 лет назад Севастополь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Как раз стелу города-героя вы можете видеть на своих экранах. Вот она на кадрах прямого эфира. За год до Великой Победы 9 мая 1944 года над Севастополем был поднят советский военно-морской флаг. А 10 мая в час ночи Москва салютовала освободителям. Оборона Севастополя началась в октябре 41 года. Врагу удалось взять его лишь с третьей попытки. Защитники города смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. В 44-м Красной армии понадобилось 35 суток, чтобы очистить от захватчиков весь полуостров. Освобождение Севастополя и Крыма было одной из важнейших стратегических побед нашей армии и символом стойкости и мужества местных жителей. Вот он, вечный огонь. Это и огонь сражений, и огонь, которым пылали сердца тех, кто шел в атаку. Для нас, нынешних поколений, Великая Отечественная война – это страница истории. А для ветеранов – сама жизнь, их жизнь, где они всегда шли до конца, чтобы подарить нам великую победу.